Ну что ж, я могу сказать, что он прекрасный сын, почитающий родителей. Да, он сейчас здесь. А вот мы там пошли, у меня младший пришел. Ну, сейчас будет, сейчас он будет сесть вместе. Заодно. Серьезные люди. Да. Людей бы побольше. Православный сын. Вот вы тоже, наверное. Вы бы еще подвигали бы Андрея крепости тоже. Андрея бы подвигать крепости, но нужны помощники в этом деле. Не понял. В деле благородства нужны помощники. Но Андрей бы тоже нам помогал. Вы бы улучшили на работе даже. Он не довез сюда и уехал? Нет, я говорю, когда сходил. Но у него времени мало. Плохо. Какая рабочая собака у нас. Давай, спасибо вам большое. Номер 44. Давайте громче, громче поаплодируем. Да, это дело. Ладно, Бог помощь вам. Спасибо. Помощник нужен. Давайте, кто же у нас будет помощником? Это девочка или мальчик? Слава Христа вечной жизни, по Царству Небесному. Православный сайт. Вау, какой красавец. Православный сайт. Православный сайт. Вот еще. Частный православный сайт. Дорогие друзья, пожалуйста, не пожалейте нашему кофейку. Помогите за котенка маленьким бездомным собачкам, которым нужна ласка, забота и любовь. Пожалуйста, приедите этих детишек маленьких. Они тоже, как дети, как маленькие маленькие. Вы в курсе даже еще? И где это написано? У нас в курсе. Библию читайте, а Библию читайте. Библия со скольки частей состоит? А, я пристаю, да? Ну ладно. Вы сами сказали, что вы Библию читаете. Я поэтому и говорю. Если бы Библию читали, то вы бы знали, какой должен быть человек, который библейский или евангелист. Он должен быть, как не говорится, человек это национальный. Вы должны быть выше человека, вы должны быть как ангел. Что-то не то опять для вас. Понятно? Ангел. Православный сайт. Православный сайт. Православный сайт. Здесь это. Православный сайт. Православный сайт. У меня сейчас тоже православный сайт. Православный сайт. Сайт православный. Интернет. Смотрите, собирайте друг друга, приходите в приют. Православный сайт. Православный сайт, здесь форум. Спасибо большое. И мы встречаемся в следующем путешествии. Скайпироваться, что хотите. Спасибо. Друзья, искать православный. Давайте, кто следующий? Девчонки, знаете, и понятно, на самом деле они делают очень большие подвиги, когда с такими собачками работают. Православный совет. Эта собачка живет в Юте. Так, ну я туда не буду заходить. А вон Сергей, здесь. Я ее назвала Наталья. Сейчас мы покажем, что мы научились. Ты таким занимаешься? Продай, я пойду туда. Сергей Павлович, ты когда будешь? Ай, потому что ты все маленькая, да? Месяца 5. Православный совет. Православный совет. С форумом. Веруете в Иисуса Христа? Вы знаете, что Он спаситель мира? Но спаситель мира — это в общем говорится о нас. На самом деле спаситель, в частности, каждой души человеческой. Но только тогда спаситель, когда вы его принимаете в свою душу сами. А чтобы его принять, нужно слово его знать. Вот этот сайт раскрывает вам Слово Божье. Там само слово есть начитанное, и рукописное издание, и разных даже языков. И есть всякие видеофильмы, которые рассказывают о Христе, как о Спасителе именно твоей души, и моей, и любого человека. Помоги Богу, не знаю, как друзей найти, такие красивые. Ты видел моего-то? А, ты же видел, гляди, вот такого же цвета, как эта собачка. Спасибо большое. И следующий у нас выступает на сцене кто? Вот видите, даже члены жюри выходят на сцену с собачками. Можем мне пройти? Я засниму. Здравствуйте. У нас мальчик, его зовут Алтай. Тоже ищет хозяев. Добрый дом. Он совсем недавно еще стал такой нормальной собакой. Это на самом деле очень суровый, очень сильно кусающийся, очень дикий пес, который страшно боится людей от жизни собачьей. Да? Просто вот при виде человека даже издалека бросался в панику убегать. Вот сейчас он как бы, всего 2 месяца как нормальная собака является, поэтому он еще не слишком много что умеет, мы как бы с ним не разучивали слишком много команд, было у меня на коррекцию поведения. Ну вот сейчас мы что можем помочь, покажем. Алтай в свое время был сбит машиной возле гипермаркета «Алтай», когда он получил свою кличку. Прошел лечение, специализацию, с замечательной собакой, ищущий дом. Ну что, следующий у нас выйдет на сцену. Да я не буду выступать. Ой, смотрите. Конкурс буду проводить. Тоже свой своеобразный костюм. Это Мел, живет в Ютераске, я его скоро заберу домой. Вот так вот, уже нашелся хозяин. Лирическое отступление, чтобы зрители глаз на него не клали. Мел поступил в приют с травмой головы, ему было последствия наезда автомобиля на него, прошел лечение. Мэл участвовал в соревнованиях по ездовому спорту. Участвовал также в соревнованиях по agility оценивших шалафер. Так, ну, ты там... Спасибо, ты здесь вот. Так, следующий у нас выйдет Брат, ну что? Все надо, да? Ну да, я не буду там толкаться. Все, я обошел. Раздал все, все. Я пошел. Господь благословит вас. Богом. Богом.